Вы позвонили в государственный контакт-центр на телефон доверия 111 Аманат по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при уполномоченном по правам ребенка. Для соединения с оператором нажмите цифру 2. Здравствуйте. Колл-центр 111. Чем могу помочь? У меня такая ситуация. Значит, ну вот что-то стало происходить с моей супругой. Не знаю, я вот прихожу домой, она кричит, скандалы закатывает. Вот, кинула меня сковородку. Постоянно применяет психологическое насилие. Вот как? Что делать? Вы можете мне что-нибудь помочь? Могу с психологом, чтобы вы могли разложить свою ситуацию. Соединяю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, телеслужбу 111. Аманат. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Ну, у меня такая ситуация. Супруга стала что-то происходить. В последнее время скандал выкатывает. Бики, вот прихожу с работы, она меня швырнула сковородкой. Ни с того ни с сего. Как? Психологическое насилие постоянно. Вот. Девочки, что делать, если жена абьюзит мужа? Бросает дом. А? Что он хочет? А почему вы смеетесь над этой ситуацией? А? Нет, она его дубанит, бьет, она его дубанит. А почему вам смешно? Скажите, пожалуйста, почему вам смешно? Скажи, он сейчас вас бьет? Если сейчас, я могу направить вашу маму в полицию. Если сейчас, она поднимается в вас. Если это происходит не сейчас, то вы имеете право, что 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 вы имеете право. Скажите, пожалуйста, почему вам смешно стало? Можно узнать? У меня такая тяжелая ситуация, а вы смеетесь. Это по другому поводу.